Знаем ли мы свою историю? Всегда ли мы замечаем, когда кто-то искажает истину в своих интересах? В этом фильме мы раскроем обман, который уже разрушил и продолжает разрушать судьбы сотен тысяч людей в нашей стране. Обличим ложь, губящую наш народ. Для того, чтобы раскрыть этот обман и найти правду, перевернем страницу истории. Исторически пьянство не было свойственно русскому народу. Так называемая русская водка – совсем не русское изобретение. Изначально на Руси водкой называли травяной целебный сбор, настоянный на воде. Именно от слова «вода» и появилось название «водка». Использовать это название для обозначения виноградного спирта начали иностранные торговцы. В XIV веке генуэзские купцы впервые привезли в Россию виноградный спирт. И сильно удивились тому, что русские чужеземный продукт признали невозможным для употребления. Для того, чтобы сбывать свой товар в непьющей стране, они стали продавать его под видом целебного настоя. В то время Россия, в отличие от Европы, жила трезво. Пили редко, и то натуральные продукты крепостью не более 2-3%, мед и квас. До начала 18 века алкоголь простому народу продавали только в кабаках, которых было по одному на город. Пьянство в народе считалось постыдным. Постепенно, начиная с 18 века, количество питейных заведений увеличивается. И к середине 19 века уровень потребления алкоголя становится уже 4 литра в год на душу населения. Рассчитывается этот показатель следующим образом. Спирт, выделенный из всех алкогольных изделий, выпитых за год, суммируется, и эта цифра делится на количество человек в стране. Алкоголь начинает представлять серьезную опасность для всей страны. Нарастающие протесты против спаивания народа перерастают в бунт. В 1858 году в 32 российских губерниях прошли массовые антиалкогольные выступления, сопровождавшиеся погромами питейных заведений. Жители городов и сел массово принимали зарок «не пить ни чарки» и требовали закрытия питейной торговли. В ответ на это торговцы стали снижать цены на алкоголь и даже выставляли дармовую водку. Но протесты продолжались. Правительство было вынуждено послать против восставших войска и полицию. В результате в тюрьмы было брошено около 11 тысяч крестьян. Александр II принимает решение ограничить торговлю спиртным, после чего употребление алкоголя упало до 2 литров в год. В конце 19 века ученые взяли для примера 10 самых крупных стран Европы и США и сравнили количество выпитого алкоголя на душу населения. Россия заняла предпоследнее место, пропустив далеко вперед Францию, Англию, Германию, США и другие страны. 95% молодежи в возрасте до 18 лет, 90% женщин и 47% мужчин в России вообще не употребляли алкоголь, то есть были абсолютными трезвенниками. Постепенно уровень алкоголизации начал повышаться. К 1913 году душевое потребление алкоголя было почти 5 литров. В прессе и Государственной Думе бюджет открыто называли пьяным, а власть обвиняли в целенаправленном спаивании народа. Пьянство стало угрожать здоровью нации. В этот период в стране вновь развернулось массовое антиалкогольное движение, выступавшее за введение жестких ограничений на торговлю спиртным. По всей стране появляются общества трезвости. В них вступали выдающиеся люди того времени. Академик Павлов, академик Бехтерев, представители научной и творческой интеллигенции, крестьяне и рабочие. Но возникшему антиалкогольному движению противостояли мощные силы. Еще в 1911 году крупный промышленник барон Гинзбург открыто заявлял: «От продажи водки для казенных винных лавок, от промышленного винокурения
я получаю больше золота, чем от всех моих золотых приисков. Поэтому казенную продажу питий надо любой ценой сохранить и оправдать в глазах пресловутого общественного мнения. Винные дельцы даже попытались подвести под потребление алкоголя научную базу, выделив значительные средства на исследования, которые должны были доказать, что употребление в день чайного стакана, то есть 250 граммов водки, безвредно для человека. Но попытка привлечь к подобным якобы научным исследованиям серьезных ученых провалилась. Когда такая просьба поступила академику Ивану Павлову, он ответил открытым письмом. Институт, ставящий себе непременной целью открыть безвредное употребление алкоголя, по справедливости не имеет права именоваться или считаться научным. А потому кажется, что все те, кому дороги государственные средства, здоровье населения и достоинство русской науки, имеют обязанность поднять свой голос против учреждения института такого названия. В результате в 1914 году по указу Николая II местные органы власти получили право запрещать производство и продажу спиртного. «Я предрешил навсегда воспретить в России казенную продажу водки». Император Николай II. Уровень душевого потребления алкоголя сразу упал почти до нуля – 0,2 литра. Результат для страны оказался просто ошеломляющий. Вот как об изменениях, которые произошли в стране всего за один год, писал известный русский врач Введенский. В Петрограде в августе преступность сократилась на 20%, в Москве на 47%, в Туле на 75%, в Костроме даже на 95%. Количество преступлений такого рода, как убийство, нанесение увечий, сократилось почти на 60%. Во всех отраслях промышленности, как мелкой, так и крупной, констатируется повышение производительности труда от 30 до 60%. После Октябрьского переворота 1917 года сухой закон был продлен. Однако пламенный революционер товарищ Троцкий знал, что трезвый человек не пойдет делать мировую революцию, а предпочтет заниматься семьей и обустраивать дом. И 5 октября 1925 года товарищ Рыков подписал указ о возобновлении виноводочной торговли. И до самой войны водка так и называлась – Рыковка. Так почему же пьющим человеком легче манипулировать? Дело в том, что когда алкоголь попадает в кровь, он обезжиривает поверхность эритроцитов, красных кровяных клеток. И они текут по сосудам уже не по одному, а в виде слипшихся гроздей. Самые тонкие сосуды, капилляры, питают клетки головного мозга, нейроны. Как только гроздь эритроцитов достигает отдельных сосудов головного мозга, сосуд закупоривается, и кровь не может пройти. Клетки мозга, испытывающие кислородное голодание, отмирают. Состояние опьянения у человека как раз и свидетельствует о том, что происходит гибель отдельных микроучастков головного мозга. Уничтожение клеток мозга неизбежно даже при небольшом опьянении. Например, при употреблении 2 бутылок пива безвозвратно погибают около 6500 нейронов. Поэтому алкоголь – мощнейшее оружие лишения человека разума. Доказано, что даже малые доли алкоголя ослабляют умственные способности. Выдающийся русский медик, физиолог, основатель Санкт-Петербургского психоневрологического института Владимир Михайлович Бехтерев. К предвоенному 40-му году душевой уровень потребления алкоголя поднялся до 2 литров, а во время Великой Отечественной войны потребление алкоголя вновь стало менее 1 литра. Трезвое десятилетие сухого закона в России сделало великое дело для последующих поколений. В годы войны советские солдаты могли переносить невероятные трудности и лишения и оказывались здоровее и выносливее своих противников.
Миф о пьяных атаках советских солдат, о мужестве, подогретом фронтовыми 100 граммами, был создан за рубежом, чтобы принизить подвиг и самоотверженность нашего народа. В войне победило здоровое поколение, рожденное в трезвой России. Вот что об этом писал герой Советского Союза, генерал армии Николай Григорьевич Лященко. Восторженные поэты назвали эти предательские 100 граммов боевыми. Большего кощунства трудно измыслить, ведь водка объективно снижала боеспособность Красной Армии. В 50-е годы Россия по-прежнему оставалась одной из самых трезвых стран Европы. Советский человек в расчете на чистый спирт пил меньше, чем англичанин в 3 раза, меньше, чем американец в 7 раз и меньше, чем француз в 10 раз. Так откуда же взялось современное пьянство? В 1964 году пост генерального секретаря ЦК КПСС занимает Леонид Ильич Брежнев. Он приносит с собой простой и отработанный им еще в Казахстане способ пополнения бюджета за счет продажи алкоголя, так называемыми «пьяными деньгами». Планово наращивалось производство алкоголя. Строились новые виноводочные заводы. Производство алкоголя в стране увеличилось на 700%. Только за последние 10 лет мы практически удвоили экономический потенциал. В стране разворачивается пропаганда умеренного употребления алкоголя, так называемая концепция культурного питья. Людей надо было заставить пить спиртное, убедив, что это нормально и даже хорошо. Отлаженная советская пропаганда начинает наполнять кинофильмы сценами употребления алкоголя, вбивая в головы наших граждан новые образцы поведения. Врачи рекомендуют. Успокаивает нервную систему, расширяет сосуды. Пейте. По всей стране специально подготовленные лекторы ведут просветительскую деятельность, рассказывая о том, как правильно культурно употреблять спиртное, навязывая так называемый ложный или псевдовыбор. Псевдовыбор – один из приемов манипуляции, хорошо известный в психологии. Например, вам нужно, чтобы ваш ребенок помог вам убраться в квартире. Вы не ставите перед ним выбор убирать или отказаться, а ставите псевдовыбор – вытирать пыль или пылесосить, выносить мусор или мыть пол. Варианта вовсе отказаться от уборки вы ему не предлагаете. То же самое с алкоголем. Система построена следующим образом. Нам с детства внушают, алкоголь можно пить только взрослым. И в глазах ребенка употребление спиртного выглядит как привилегия, доступная только взрослым. А когда ребенок вырастает, ему предлагается либо быть пьяницей и алкоголиком, либо культурно, умеренно пьющим. Выбор уже сделан за нас, и он предопределен. Все хотят стать культурно, умеренно пьющими. Хотя на самом деле есть третий вариант. Это нормальная, естественная трезвость. В результате насаждения теории культурного питья к 80-му году показатель потребления алкоголя достиг 11 литров чистого спирта на душу населения. То есть примерно 55 бутылок водки в год на каждого советского человека, включая младенцев. Доходы в бюджет государства были колоссальными. Производство одной бутылки водки стоило 15-20 копеек, а продавалась она по 3 рубля 62 копейки. В начале 80-х годов от продажи алкоголя в бюджет поступало до 56 миллиардов рублей в год. Но за этими доходами не заметили, как выросла пьяная преступность, повысилась смертность и заболеваемость, снизилась производительность труда, увеличилось количество детей, отнятых у родителей алкоголиков. По подсчетам экономистов, прямые и косвенные потери от последствий алкоголизации превысили доходы как минимум в 3 раза. Бюджет получал 1 рубль, а терял 3. К 80-м годам каждый 5-й советский гражданин стал либо пьяницей, либо алкоголиком. Примерно 65% убийств, 75% грабежей, разбоев, около 40% автодорожных происшествий совершалось в пьяном состоянии.
Тогда же выяснилось, что 3,5% всех детей имеют тяжелые отклонения в умственном и физическом развитии. 13% имеют средние отклонения, умственно отсталые. То есть каждый шестой ребенок был ненормальный. Точные данные засекречены и являются государственной тайной. Посмотрим, сколько же школ для умственно отсталых детей было в разных регионах СССР. Омская область. В 60-м году было 2 школы для умственно отсталых детей. В 80-м году уже 19. Донецкая область. В 60-м году было 4 школы. В 80-м их стало 38. Латвия. В 60-м году было 12 таких школ. В 80-м уже 56. В республике Хакасия была 1 школа. Стало 9. Как это ни прискорбно, мы стали превращаться в нацию умственно отсталых. Как же спиртное влияет на здоровье будущих детей? Алкоголь, как и все канцерогены, вызывающие мутации, прежде всего действует на делящиеся клетки. В мужском организме самая быстро делящаяся ткань – это сперматогенный эпителий. Алкоголь неминуемо повреждает сперматозоиды, разрушая их геном. А так как новые клетки появляются путем деления, то есть дублирования существующих, то со временем количество сперматозоидов с поврежденным ДНК растет. У женщин число половых клеток в яичниках ограничено. Яйцеклетки формируются до рождения и в первые 3 года жизни девочки. Оболочка яичников надежно защищает эти клетки от воздействия практически любых вредных факторов. Но этиловый спирт, будучи отличным растворителем, проникая внутрь яичника, поражает часть клеток, которые в дальнейшем могут оплодотвориться и дать начало новой жизни. И с каждым бокалом алкоголя процент таких пораженных клеток возрастает. И может получиться так, что через несколько лет оплодотворится именно та клетка, которая была отравлена тем самым бокалом шампанского на Новый год. Этот бокал может дать начало больному ребенку с серьезными умственными или физическими отклонениями. По данным Министерства здравоохранения, ежегодно в России рождается порядка 100 тысяч детей с аномалиями развития. И примерно каждый пятый из них погибает в первую неделю жизни. В прошлые времена об этом знали. Например, на Руси слабоалкогольную сурицу могли употреблять только мужчины и только имеющие не менее 9 детей. Женщины даже ее не употребляли совсем. В Риме по законам Ромула мужчинам до 35 лет запрещалось пить вино. Полный запрет на употребление алкоголя существовал для женщин. В Древней Индии женщинам категорически запрещалось пить алкоголь. А рискнувшим нарушить этот закон, раскаленным металлом выжигали на лбу клеймо в виде бутыли, специальный знак для мужчин. Эту женщину в жены не брать. Угроза потомству. Интересно проследить, как менялось отношение к алкоголю в процессе распространения культуры питья. Основа любого алкогольного изделия, пива, вина, водки, коньяка, неважно, дорогих или нет, составляет этиловый спирт, этанол. Его химическая формула C2H5OH. Этому нас учат даже в средней школе. Но нас нигде не учат, что алкоголь является наркотическим смертельным ядом. Между тем, ГОСТ, принятый еще в 1972 году, прямым текстом утверждал, что «Этиловый спирт – это легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом. Относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы». Интересно, что с развертыванием пропаганды употребления алкоголя ГОСТ неоднократно переписывался. Вот какие изменения вносятся в ГОСТ в 1982 году. Этиловый спирт – легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом. Относится к сильнодействующим наркотикам. И в 1993 году. Этиловый спирт – легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом. Как мы видим, за 20 лет полностью исчезли из первоначального определения слова, что он относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы. С
17 мая 1985 года во всех центральных изданиях страны по телевидению и радио было объявлено постановление ЦК о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма. В народе эти меры назвали сухим законом. Спустя год, в 1986 году, употребление алкоголя опустилось до 4 литров на душу населения, что моментально отразилось на демографических показателях. Несмотря на возросшее употребление суррогатов и самогоноварения, смертность от алкогольных отравлений снизилась на 56%, смертность от несчастных случаев и насилия на 36%, количество самоубийств на 41%. Антиалкогольные постановления смогли предотвратить более 500 000 смертей. На этот период пришелся небывалый всплеск рождаемости. С 85 по 88 год в стране появилось на свет на 1,5 миллиона детей больше, чем в предыдущие годы. Это абсолютный рекорд за 40-летний период. Зарубежные аналитики заинтересовались новыми шагами советского руководства. Американские экономисты кладут на стол Рональду Рейгану донесения, в которых говорится, что экономика Советского Союза подорвана постоянной гонкой вооружений и очень сильно зависит от цены на нефть. Военные аналитики докладывают: СССР застрял в Афганистане. США убеждают Саудовскую Аравию в обмен на поставки современного оружия увеличить добычу нефти и тем самым снизить ее цену. За 5 месяцев, к весне 86 года, цена черного золота падает с 30 до 12 долларов за баррель. СССР, планировавший свой бюджет, исходя из высоких цен на нефть, столкнулся с серьезными проблемами. В стране начинается товарный дефицит. Члены правительства по экономическому развитию рапортуют о том, что золотой запас тает. Социологи докладывают о возрастающем недовольстве населения. Горбачеву поступает предложение, которое якобы сможет успокоить недовольное пустыми полками населения и частично пополнить бюджет. В 1988 году члены правительства решили вновь начать восполнять бюджет за счет спаивания своего же народа. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. После осуществления зарубежными спецслужбами плана по развалу Советского Союза и с приходом к власти Ельцина, из-под носа у пьяного народа с помощью мошеннических приватизационных схем забрали основные государственные активы. Алкогольные госпредприятия также перешли в частные руки. Алкоголь с новой силой захлестнул магазины, ларьки и центральное телевидение. Алкогольная реклама, фильмы и сериалы, наполненные сценами употребления алкоголя. Все это вбивалось в сознание наших граждан как традиция и норма жизни. В 1996 году уровень потребления спиртного на душу населения только по официальной статистике достиг 16 литров. Страна наводнилась миллионами беспризорников, детьми, сбежавшими от родителей алкоголиков. Еще большее количество детей стало попросту безнадзорными. Спивающимся родителям было не до воспитания собственных детей. Средняя продолжительность жизни мужчин упала до 57 лет. В 90% случаев мужчина умирал от алкоголя. По статистике, в конце 90-х уже для 7 миллионов женщин не было мужчин. Эти женщины были обречены на одинокую жизнь, следствием чего стало падение рождаемости в стране. С начала 90-х годов мы начали вымирать. Смертность превысила рождаемость. Уже в 92-м умерло на 300 тысяч больше, чем родилось. В 93-м на 700 тысяч. И дальше по 1 миллиону в год. Трудно найти в России семью, которую не затронула бы алкогольная беда. Вот одно из писем обращений к правительству России. В нашей стране занимаются всеми проблемами, кроме пьянства. Люди умирают намного больше, чем на войне, становятся инвалидами. Дети остаются сиротами. Бросили детей и стариков на пьяных, озлобленных людей, и живут они хуже, чем на войне.
селах, в глубинке во всех магазинах дают спиртное в долг. Продавцы отговариваются тем, что у них тогда вообще не будет дохода. Торгуют круглосуточно. По 6-12 человек умирают за одно застолье. Соседи сейчас потеряли двух сыновей 20-летних и на старости лет остались в слезах. Вымирают семьей за один месяц. Вот сейчас семья ждали второго ребенка. Оставалось 2 недели до родов. Вечером стал муж просить деньги на выпивку. Она не дала. Он хотел ее попугать, взял ружье, прицелился в лоб, а сам нажал на курок. И все это у 2-летнего сынишки на глазах. В городах, может, и продают только за деньги и до 8 вечера, а деревни все брошены. Сколько умирает от пьянства, осталось сиротами, стали инвалидами за это десятилетие. Уверена, ни в одной войне не загублено столько народа. Неужели еще после такого письма не будет ничего предпринято? Просьба от детей, матерей, стариков. Карамова Татьяна, село Тюнгур, Республика Алтай. По телевизору продолжают рассказывать сказки про сомнительные угрозы вроде птичьего гриппа или атипичной пневмонии. А про реальную угрозу, от которой ежедневно на протяжении 3 десятилетий умирают тысячи людей, телевидение предпочитает молчать. Предпочитает не упоминать и о том, что в 41 государстве мира принят сухой закон, а в 80 государствах трезвость – норма жизни. И на пьяного человека там смотрят, как на ненормального. Может, и в России пришло время подумать об этом. Наша страна так много сделала для развития цивилизации. Она дала миру гениальных ученых. Ломоносова, Менделеева, Циолковского, который стал отцом космонавтики. Мы можем гордиться величайшими полководцами. Нахимовым, Кутузовым, Суворовым, не потерпевшим за свою жизнь ни одного поражения. В России жили и работали выдающиеся врачи. Пирогов, Павлов, Углов, проживший больше века и занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как старейший практикующий хирург в мире. Полотнами наших известных художников Репина, Айвазовского, Левитана восхищаются в лучших музеях и галереях. А произведения великих русских писателей Достоевского, Тургенева, Толстого вошли в Золотой фонд мировой литературы и переведены практически на все языки мира. Открытия и изобретения, ставшие наследием всего человечества. Это составляет нашу подлинную историю, наши истинные традиции. В отличие от искусственно навязанной нам теории питья, утверждающей, что в России всегда пили. Важно понимать, что каждый из нас может нанести серьезный удар по отлаженной системе спаивания. Выбором личной трезвости мы прекращаем приток денег в этот алкогольный конвейер. Прекращаем поддерживать то, что разрушает наше здоровье и судьбу, благополучие наших детей. Это наша возможность показать правильный пример подрастающему поколению. Прожить по-настоящему достойную жизнь, наполненную искренними теплыми отношениями, заботой, дружбой и настоящей любовью.